And one and two and three. And we are live. Today's stream is in the Russian language. The next week's stream is in English. So if you're here for the English language stream, then you just need to roll forward. 7 days. Добрый день, дамы и господа, ученики и ученицы. А также привет. Маги и чародеи. А также инквизиторы и инквизитор. Мы сообразили, что мы немножко не те использовали микрофоны последние несколько раз, поэтому надеюсь, что сегодня качество звука будет чуть-чуть лучше. Я вот выложил сейчас в процесс разработки фотографию нашей новой суперстрим-станции с двумя мониторами. Невероятно. А если бы Серега Куфаса не попросил ее собрать, так бы сидели мы с ноутбуком. Так, Леша, расскажи мне, что за неделю произошло и как твое настроение по поводу разработки? Ну, тут вообще 2 недели прошло с прошлого. А с тех пор, как мы тебя видели, да. Ко мне собака хочет залезть. Привет, собака. Так. Ну как, мы сделали кучу новых багов, потом радостно их исправляли. Ну, например? То есть процесс идет. Процесс идет. Да. Мы с тобой сломали себе мозг в попытке закончить определенные тексты, описания, да? Ага. Кто уже был на форуме, там в русской части форума почти уже 400 сообщений. И мы занимались чем с Лешей? Мы садились и говорили, ну что, отправляем текст на перевод. Ну, давай последний раз посмотрим. И смотрели, и редактировали, убирали все лишнее, чтобы то, что там было написано, было абсолютно корректно. Когда вы будете играть в бету, вы, собственно, будете читать эти тексты и описания внутри игры, чтобы разобраться во всех механиках. Ну, Серега нам немножко взрывал мозг, задавая вопросы относительно того, поймут ли все игроки, как там было, что нас замедление ускоряет. Интуиция ускоряет замедление набора практического и теоретического опыта достижения предела. Что-то в этом роде, да. Да. В общем, у нас ускоряет замедление и замедляет ускорение, а также сглаживает максимум. Если вам есть что сказать по поводу понятия или, наоборот, непонимания правил игровой механики, так добро пожаловать на форум, пишите там. Мы в ближайшее время скоро там будем дальше расширять и добавлять. Там уже есть личные особенности, вроде хромых, да, кто там, равнодушных. Ну, там много уже, в принципе. Там и, ну, то есть, системы, которые добавляются в игру, к ним сразу же прикручиваются соответствующие особенности. То есть, там добавили систему сна и высыпания, соответственно, сразу же появились те, кто крепко спят, те, кто там чутко спят, те, кто любит спать побольше. О, на экране Андрей проложил 3 железные дороги. Эта игра называется Train of Sorcery. Вот, мы проложили, ну, хоп. И ушли. Приехал новый ученик. Ученица. Ученица. Берем у нас все ученицы. Храпит. Жадная и храпит. Неважно. О, смотри. Слушайте, по поводу того, что было еще на прошлой неделе, на этой неделе, на самом деле, случился важный breakthrough в нашем понимании игрового интерфейса. Мы решили, что с момента прихода учеников сразу будут видны все навыки и будут видны все параметры, да? Угу. Статы, которые. Ну, они же параметры. Параметры по-русски. Да. То есть здоровье, интеллект, память, обаяние, сила воли, интуиция теперь не будут открываться по мере прохождения. Сразу будут видны. То же самое касается навыков. Почему мы это сделали? Потому что мы поняли, что все равно люди, которые приходят, они не имеют каких-то супер продвинутых навыков. И особого фана в том, чтобы потихонечку их открывать экзаменами, не было. То есть это был такой рутинный фрагмент игрового процесса, который повторялся из раза в раз, из раза в раз. Ну, зачем нам это? Мы это выпилили. Да, Леш? Mm-hmm. А что будет скрываться все-таки постепенно? Особенность? Да, особенности характера. Но их нельзя, то есть тут проблема была в том, даже не столько в том, что нам нужно это вскрывать, а в том, что нужно какие-то действия для этого делать, это всегда повторяется. А черты характера мы никакими экзаменами уже не вскроем, то есть они когда проявляются, они имеют шанс скрыться. Соответственно, чем дольше мы живем с учениками, тем больше мы о них узнаем. 2 вопроса. Первый вопрос из чата. Жадные и добрые одновременно могут сосуществовать? Могут.
То есть щедрые и жадные не могут сосуществовать. А, жадный он как вообще? Ну, он прижимистый, он вещи любит. То есть его радует обладание чем-то, и он не любит с этим расставаться, но при этом он может быть, в принципе, и добродушным. То есть он там сочувствует, сострадает. Даже а вот добрый, что это означает? Ну, вот это как раз вот сочувствие и сострадание другим людям. То есть он там, да, у него могут эти бороться между собой чувства, то есть когда нужно кого-то там собственным бинтом забинтовать, он будет говорить, надо его забинтовать, но это же мой бинт. Ну да. Ну вроде как я плох. Окей, так. Дейзи, улыбнись, я сейчас выложу ту фотографию. Дейзи-ка. Так. Давай поговорим тогда о том, насколько трейты, насколько личные особенности могут быть важными. То есть, может быть, это такая просто вишенка на торте, и на самом деле ничего особенного? Ну, разное по-разному. То есть, какие-то очень сильно влияют на принятие решения персонажем или на какие-то вещи, которые... Смелые, например, или что? Да, например, там смелый или жестокий, или тот же добрый. То есть, то, как он себя будет вести по отношению к остальным... Какие-то вещи, там, какие-то, вернее, черты характера влияют на отношение к вещам персонажа, вот, типа жадный, или на то, как он их использует, например, там небрежный будет быстрее повреждать то, что ему дают, соответственно, если мы запустили его в библиотеку читать, то там потом не нужно удивляться, почему все книжки в жутком состоянии. Ну да. Вот, ну то есть... Совершенно, ну, подход может поменяться у игрока, когда он уже знает черты характера персонажа, то есть он знает, допустим, что этот гурман, соответственно, нужно там в башне держать какую-то нормальную еду, чародейской кашей его, если кормить, то он будет сильно недоволен. Так, еще одна вещь, которую мы решили сделать, но пока еще не сделали, а я-то про нее не буду говорить. Ну, хорошо. В соответствии с законами жанра. Давайте выйдем на карту. Пожалуйста. Вот. Расскажем, что мы изменили с картой. С карты мы вот что изменили. Мы провели дополнительную настройку того, какая часть карты вам открыта при начале кампании и что вообще происходит с ресурсами. Расскажи лишь про ресурсы. Вот бывают вот эти вот common ресурсы, не common ресурсы. Как это? Ну, все ресурсы, в принципе, как и все предметы, для каждого из них существует определенное особое знание, да, которое находится в одном из навыков, и, ну, это можно сравнить с каким-нибудь деревом развития, там, из цивилизации, то есть, ну, единственное, что у нас нету там связи, что только после того, как ты изучил обычные дрова, ты можешь там волшебные дрова изучать. А, то есть ты можешь не знать какого-то особого знания третьего уровня, но уже знать пятое. У нас редко бывает, то есть бывают взаимосвязи, но они обычно... очень, когда уже совсем плотно связаны, например, если мы изучили какого-нибудь там тослюка или другое животное, то мы автоматом получаем знания по всему, что можно из этого животного добыть охоты. А отдельно мы не можем идти, то есть мы не можем знать про жир тослюка, не зная о том, кто такой тослюк. Так. Соответственно, все ресурсы, которые есть на карте, они изначально недоступны для сбора. Ну, практически все, кроме самых базовых, типа там всякое мясо и даров природы, то, что, в принципе, и так понятно. Вот, да, давайте посмотрим на экране. Вот это вот все дерево. Это означает, что в любом месте практически леса можно собирать дерево, да? Ну, не совсем. Вот там сверху, справа нельзя, например. Давайте остановим сейчас, паузу сделаем, чтобы не так сильно мигал день и ночь. Вот как узнать, сколько еще здесь можно собрать дерева? Вопрос такой первый у меня. Вот сверху, вот этот прогресс-бар? Да, там градусник такой. И когда он закончится, то все, месторождение схлопнулось? Да, причем почему-то его всегда мало. Я так понимаю, это зависит... А, нет, не везде. Но вот эти вот совсем пустые... какая-то видна ошибка в генерации. Будет посмотреть еще. А дерево респаунится потом или нет? Ну, должно респауниться, но пока этой механики нет. Ну, в принципе, это не так уж сложно. Просто понял. Нужно добраться до этого. Так, значит, дерево понятно, как живет. А что это такое за вопросительные знаки? Это то, что мы еще не знаем. То есть мы уже нашли там какой-то странный ресурс, какие-то или грибы, там, или цветочки какие-то подозрительные, но мы не знаем, что это, и, соответственно, нам нужно
сначала вот. Исследовать это, а потом мы сможем уже собирать. То есть мы знаем, что тут растет болиголов, например, да. но мы не знаем, какие у него алхимические свойства, то есть не знаем, нужен он сейчас или нет. Чтобы это узнать, нужно его изучить, тогда можно... Давай посмотрим, как его можно изучить. Мы идем в башню. Идем. Ну, в принципе, можно прямо с карты, по-моему, да, в лабораторию да. сейчас попасть. Идем в лабораторию, попадаем. У меня получалось. Попадаем в травничество. Это уровни, да, знания, слева направо? 0, 1, 2, 3, 4. Да, и вот мы его уже увидели, соответственно, он появился. То, что мы еще вообще не встречали в мире, закрыто полностью. То есть мы... Сейчас мы можем читом, ну вернее не читом, а глюком интерфейса узнать, что это такое. Глюком интерфейса, там кровохлебка находится, я вижу, да, мухава. Так все равно всегда в игре мы будем знать, что на таком-то уровне нас ожидает еще вот столько-то. Да, то есть мы видим, что ну это нужно в основном, хотя может быть, кстати, с такими с прикладными вещами мы и не будем это показывать. Это больше нужно для теоретических всяких вот там типа алхимии, где мы исследуем именно... саму науку, а не предметы, которые мы обнаружили. То есть тут разница в чем? Что, допустим, в алхимии мы не должны сначала найти мазь, потом ее изучить и понять, как ее делать. То есть мы сами мы, да, экспериментами открываем новые рецепты, поэтому важно, допустим, что вот на первом уровне один всего рецепт закрыли, соответственно, один раз можно провести исследование, потом нет смысла исследовать. А когда кто-то до второго докачается, то там целый простор открывается. Еще пять ответить. Окей, а вот сверху портреты персонажей, это кто уже какой уровень имеет в этой да, науке? Да, то есть кто может ввести, ну то есть проводя исследование, что он может открыть все, что левее и ниже, получается, доступно ага. уже для изучения. Так, быстро отвечу на вопрос. Мы еще живы, да? Мы стримим? Как это? Если вы... Ой-ой. Если вдруг наш стрим упал, так дайте нам об этом знать, но если он упал, так мы не сможем от этого от вас узнать. Да? Опа. Reconnection successful. No stream. Интересный такой момент. И снова здравствуйте. Так мы живы, да? Мы в стриме? Мы в трансляции. Окей, мы еще не исследовали бесперебойного стрима, как особого знания в навыке стриминга. Да, и Steam тоже не очень изучил. Быстрый вопрос из чата отвечу. Завтра июнь, что по поводу закрытого бета-теста? Завтра июнь, это, конечно, большая боль, потому что в мае похоже, мы не выйдем, да? Не, почему? Это не последний май. В принципе, у меня есть кнопка такая в Steam, нажать и запаблишить, так что тоже, может быть, сможем с сегодняшним билдом-то выйти. Я не думаю, что в июне будет закрытый бета-тест. Я думаю, что закрытый бета-тест будет в июле. Где-нибудь ближе к середине, а то и к концу. Вы видите эволюцию интерфейса, вы видите количество информации, которая здесь теперь более-менее правильно презентуется. И, конечно, хорошо бы выйти с таким интерфейсом, за который не было бы мучительно больно и стыдно. Так вот, по поводу исследования. Понятно, что мы встретили мухомор, болиголов и так далее. И поэтому вопросительный знак висит на карте у тех ресурсов, которые мы еще не знаем. А дерево, чеснок, овощи и дары природы, они на нулевом уровне. Соответственно, какой бы у тебя ни был уровень, ты это дело увидишь. Давайте посмотрим, может быть, на... О, какая приблизительная цена ожидается на игру, спрашивают нас в чате. Ответ на этот вопрос вы найдете на форуме игры. Там есть вопросы и ответы, в русской части в том числе, и там это написано. Я не помню, честно говоря. Там какая-то, там указаны цены для основных регионов. Вот там, ну, с тех пор ничего не менялось, оно там так корректно. На прошлой неделе писали. Так вот, смотрите, видите, как теперь по-другому выглядит глобальная карта, потому что мы настраивали то, сколько видно, где мы находимся, где эта башня появляется, и более-менее настроили до варианта, который не вызывает... страх при запуске компании, потому что когда слишком много видишь, то очень трудно вообще понять, что делать, куда бежать. Как... Фермерство мы переименовали в выращивание? Нет. Потому что я вот смотрю, там выращиваю. У нас нету фермерства, в принципе, где ты видишь выращивание? Ну, земледелие, вернее, там было у нас. Сейчас это выращивание. Почему? Нет, это еще теги не попали на локализованные. Сделать в настройках отключение затемнения в ночной период. Ну, хорошая идея, в принципе. Я понимаю, что вы считаете, что вы когда будете играть, то вот это вот постоянное затухание и восход и заход солнца может достать. Я не знаю, кстати, насколько это достает, когда сам играешь.
или когда ты смотришь. Я понимаю, что может раздражать, да. Ну, короче, мы подумаем над этим. Я думаю, что это разумный пункт интерфейса. Так как даже если самого играющего это раздражать не будет, то раздражение из-за этого может полностью убить желание смотреть какой-нибудь стрим. Я уж не говорю про людей, которых, может быть, это будет мутить. Так вот, мы живем сейчас в древнем лесу. Это пересмешники, я вижу. Вон я вижу смертоцвет. Я вижу древних там. А это наши башни, да, посередине. Мы сейчас работаем над этим. Леш, зависит ли видимость на карте от количества учеников, отправленных на исследование? Думаю, что нет. Нет, скорость исследования зависит. А скорость исследования ты имеешь в виду что? Что такое скорость? Передвижение по карте? Нет, не передвижение, а именно исследование. То есть они когда приходят в точку, они какой-то радиус вокруг себя открывают. Это не мгновенно происходит. То есть это не просто область видимости. Они расходятся в разные стороны и обследуют территорию в определенном радиусе. Хорошо, а Чем больше, тем это быстрее. Если по одной и той же дороге одним и тем же путем пройдут две группы учеников. В одной группе будет один ученик, а в другой 21. Ну, разве что у одного из 21 будет острое зрение, он будет видеть дальше, тогда немножко больше. Так, открывает. Острое зрение это особенность личная. Да, но это не так, что чем больше людей, тем дальше они видят. Окей, но если у учеников есть особенности, которые влияют на видимость на карте. Особенности, то, либо заклинания специальные, которые что-то. Если они сами решат сделать, применить заклинание, да, открыть, да, неведомое. Ну, или там заклинание острого зрения. Окей. А я так понимаю, что вот видны уже более-менее реплики персонажа, да? Это знание не должны попасть в плохие руки. Ну, да. Okay. Какие еще у нас есть новости в логе? Я видел, там люди получили воспаление мозга в связи с клещами. В логе? Ну, это лучше Никиту позвать. Он у нас мастер, логмастер. Пока вот я вижу только, что маг кушает неплохо. И все. Больше особо никто ничего не делает. Можно ли особенности привить ученику магически? Нет. Есть врожденные параметры персонажа, то, что называется в английской версии статы. Это 6 штук. Здоровье, интуиция, память, интеллект, обаяние и сила воли. Эти вещи не меняются, за исключением артефактов. То есть можно надеть какое-нибудь ожерелье, которое повышает силу воли. Существуют навыки. Навыки развиваются от 1 до 15 по уровням. Вот сейчас Андрей открыл, собственно, исследование. Там видны эти уровни навыка. Вон, до 15-го. Вот, да. И есть личные особенности, которых мы не знаем, пока они не откроются. Они у каждого ученика свои. Есть большая база. И личные особенности связаны с биографией ученика. Где он родился, кто у него родители были, как прошли его молодые годы и так далее. И так далее. Вот. И по особенности, но это то, с чем вам придется жить. То есть, когда узнал, так все. Скажи, Леш, можно будет выгнать ученика? Да, можно. И ничего не будет за это? Тут вопрос интересный. Скорее всего, может быть, что-то и будет. То есть, у них же какие-то отношения складываются, соответственно, если он с кем-то подружился, то будет грустить. Если, наоборот, со всеми враждовал, то все будут довольны. Наконец-то его выгнали. Но возможно, что мы добавим возможность, ну, повышения опасности. То есть, если тот, кого выгнали, отправится в город, его там поймают, расколят, он скажет, что вот там может, и там башня. Может, раскалывать особо даже не надо будет. Может, не надо раскалывать будет, да. Соответственно, можно ждать гостей от инквизиции. Ну вот, как раз сейчас в той книжке, которую я читаю, прекрасный момент, 1905 год, революция идет в Российской империи, и малограмотный рабочий едет с листовками в город, а поезд останавливает, чтобы пропустить полицейский состав, и он сидит, ждет своего, и там к нему подсаживается полицейский, говорит, что делаешь? Старик, он говорит, еду, листовки в город надо отпечатать, он говорит, отдай, почитаю. Что? Кто? Приблизительно так же ученика можно отправить, например, в город купить что-нибудь. Ты откуда? А я из башни. Что за... Ну, там магическое, в лесах. Инквизиция! Окей. Так, состояние. Ну, давайте тогда поговорим немножко про лог и про события, которые происходят во время экспедиции. Никит, сможешь к нам присоединиться?
Рассерженные змеи не прекращали атаковать на протяжении нескольких минут, после чего исчезли в траве. Отравление змеиным ядом. Иконка старая, между прочим. У нас уже есть новая иконка. Она уже есть нарисованная. Как это надевается вообще? Как-то так? Окей. О чем вы тогда разговариваете? Ну, вопрос был насчет лого, что нового появилось там. Ну, мы до сих пор обновляем, как у нас отображается квестовый лог. Вот. С подачи там Андрея мы добавили небольшие изображения, чтобы можно было точно понять, что это у нас состояния какие-то появились, что они появились в данных событиях. Сейчас, по-моему, можно даже увидеть в тех или иных местах, что состояние пропадает. Но это, да, например, вот, во время трапезы прошла рвота. Вот, ну и как бы именно из-за того, что не совсем понятно, что состояние проходит после, там, по истечению времени, мы думаем о каком-то более понятном способе передачи информации о том, как долго продлится это состояние. Вот, будем обсуждать. Может быть, достаточно будет сказать, что вот он появился зуд, и он там будет на 24 часа, а там уже о том, что зуд прошел, не так уж и важно знать, потому что самое главное — это с чем ученики вернулись. А с чем они вернулись, будет лучше отображаться в финальном репорте. Вот, сейчас в финальном репорте отображается вообще все, что у нас есть и что вообще произошло. И да, мы можем сейчас посмотреть, когда оно появилось, когда оно прошло. Вот. Ну, это еще мы будем, наверное, прорабатывать. Вот, также. Да. Хорошо. Ну, по идее, можно будет казнить ученика. Ну да, Максим вопрос задает, можно ли ученика будет убить? Я думаю, можно, почему нет? Лёша хочет убить. Ну как, зачем? Да, если ты, допустим, выгоняешь, есть шанс, что он с собой инквизицию. То есть ты хочешь избавиться от ученика, у тебя вопрос как? Там послать на верную смерть куда-то, он может сам сбежать. Либо выгнать его, но тогда он, скорее всего, пойдет и настучит на нас в инквизицию, либо его убить. Соответственно, ну, если мы его убиваем, то у всех остальных учеников вопросы начнут появляться. Не будут ли они следующими. Будешь хорошо как бы собирать полезные ресурсы. Да. Не убьем. Вот. И еще один вопрос. Добрый день. Хотел спросить, сколько уже идет разработка игры? Как долго разрабатывается? Ну, года два, наверное. Ну, то есть, это смотря, опять же, с чего, с какого момента, если именно официально, то есть, когда мы всей практически студии начали, то это да, то это два года. До того я еще продумывал там какие-то концепции, то есть, она шла в фоновом режиме, можно сказать, еще там, несколько лет до того. Но там очень, очень набросочно было. То есть, если сравнивать там, с теми же Гремлинами или Сеодором, то мы начали разрабатывать игру с гораздо более сырым концептом, чем это было раньше. Потому что тут много экспериментальных механик, которые я пока вот не пощупать вживую, было непонятно, насколько это будет интересно и играбельно. Еще частично из-за этого тоже буксуем с разработкой. Что очень много вещей, которые нужно сначала попробовать, чтобы понять, что они не нужны, допустим, или нужны, но не так. Когда не работаешь по заведомо известной формуле, наверное, всегда так? Ну, да. И ладно, закончим, наверное, с темой про учеников и их убийство вопросом, а можно сделать ивент по устранению нежелательного ученика? Но это, наверное... Значит, ивент. То есть это организовать, подстроить его смерть или там нанять... Surprise party. Нанять одного ученика втихаря убить другого. Хорошая механика, кстати. Такого я не задумывал. То есть если мы решили именно избавиться от ученика, то это будет
просто там волевое решение, какая-то какой-то из видов казни там. Испепелить там его или повесить, или зарезать, это уже дело техники там. Ну, хорошо. Да, да, и как бы мы сконцентрировались на логах, которые происходят, которые наполняются во время квеста, но как бы у нас не только события происходят во время квеста, но и также в самой башне. Персонажи что-то изготавливают, выполняют какие-то задания, изучают новые навыки, едят, спят, возможно, там общаются. И все такие мелочи мы решили все-таки отображать в одном глобальном логе. Вот. Сейчас, да, сейчас... ничего не дублирует сейчас, да, можно посмотреть. Вот, пока что сюда заносится только информация о том, что они съели в таком в тестовом режиме. Но также, да, мы думаем о том, какой информацией эти логи заполнять. И, естественно, это будет очень много информации, поэтому будут какие-то фильтры, потому что там ученики съели, что они там выучили, какие они выполнили задачи. Также я там продумывал идею, чтобы финальные репорты квестов тоже попадали в этот лог, чтобы все-таки один лог отвечал вообще за все, как бы за всю важную информацию. А если детально уже, то можно заходить там в отдельные квесты, либо заходить в отдельные комнаты и по определенным фильтрам уже смотреть. Например, на кухне, что было там изготовлено, в каком-нибудь там в классе, какие уроки были пройдены и так далее, и так далее. Вот. Ну, это все еще в разработке, я думаю. Как оно появится, мы сможем вам показать. Вот это новое. Так. Вернемся к вопросам. То есть сами ученики друг друга не убьют, допустим, из зависти? Ну, могут убить, но это не то, что мы контролируем. Ну да, да. Это то, что может произойти даже во время какого-то квеста. Они там поссорились, и это на самом деле там не какая-то легкая ссора, а уже такие два заклятых врага, которых не стоило вообще отправлять в квест вдвоем. Это может привести к непредвиденным последствиям. Вот, убьют они там или очень сильно покалечат, это уже решит их судьба, наверное. Подскажите, будет ли отыгрыш добрый, плохой, злой с разным геймплеем? Ну, прям такого специального разделения не делаю, но многие выборы, которые игрок будет принимать по отношению там, к событиям, которые происходят, или к ученикам своим, они накладывают определенный такой кармический отпечаток. Именно если вопрос, будет ли такая же система кармы, как в Эодоре, то ее не будет. То есть тут не будет такого, что у нас прям запоминаются все наши поступки, и из-за них там складывается какой-то наш характер и тому подобное. Тут построено все уже... Просто в Эодоре такой был подход, потому что там народ весь был, те, кто реагировали на это, такая большая безликая масса. Тут у нас есть, собственно, вот персонажи учеников, и конкретно каждый ученик по нашим действиям будет строить наше свое к нам отношение, как к своему там учителю и наставнику и старшему товарищу, или как к жестокому тирану, там, которого они боятся и, соответственно, там боятся слушаться, либо любят его и не хотят расстраивать. То есть тут будет не совсем добрый, злой там или нейтральный, а тут скорее будет момент, как мы удерживаем в повиновении учеников. То есть либо они нас любят и уважают, и поэтому слушаются, либо они нас боятся и поэтому слушаются, либо вообще не то, не то, и в башне хаос происходит, то есть мы там какие-то задания ставим, они своей фигней занимаются и вообще плевали на нас, потому что и не боятся, и не уважают, какой-то тут старичок живет, ну ладно, еда есть, ну, тепло, работать, ну вроде как предлагают, но не заставляют, так чего, не потусить. Ну, может быть, можно, да, сделать такой рай на земле. Инквизиция придет, такая, а у вас тут лучше, чем у нас, можно у вас остаться. Как бы, скажем так, для
тех, так что нужен этот... Для прокаженных только. Я считаю, нужна такая концовка, где Макс становится настолько добрым, что он свою доброту распространяет по всей земле. Вот, и к нему приходит, как у вас замечательно. Он заклинание вселенского добра изобретает, чтобы всем во всем мире стало хорошо. А потом, так как он забыл про свою цель выжить, он умирает, и заклинание спадает. Да, и всем становится плохо. И все заканчивают жизнь самоубийством. Следующий вопрос. Будут ли какие-нибудь защитные амулеты, которые можно повесить на ученика, которого нужно сохранить? Будут, да. Ну, это артефакты, по сути. Ну, то есть магические предметы. У нас есть прям целый раздел артефактологии, который как раз этим и занимается. Но можем ли мы сказать, вот ты, Василий, единственный обладатель этого амулета? Подарить можно, помните? Да. А, и он тогда он... Это его личный амулет, он его будет носить, если не дурак совсем. А не можешь лидер сказать, эй, ты, а ну отдай тому, кто послабее? Это уже, как это сказать, превышение полномочий. То есть, в принципе, то, что личное, это личное, и, соответственно, ну, на то он и личный инвентарь. То есть мы можем произволом что-то отобрать у ученика, но это плохо скажется на нем и, в принципе, на всех остальных тоже, потому что это нарушение. То есть нельзя истории. Подарить, сказать, ой, ты мне перестал нравиться, а ну отдай подарок, который можно. Тебе дал. То есть это можно, но это влечет за собой штрафы именно отношений и настроений. Ну, он уже все равно не нравится. Вот. Так. Ты убрал с вопроса. Ага. Неизведанность области, плывущий фон. Можно ли будет в настройках выставить статический? Что скажет Андрей на это? Может быть. Окей. Вот. Может быть, поплывет. Может, нет. Ну, я сейчас занимаюсь логом и вообще разбором, что... И куда в логике вообще можно пристроить логирование, что нам важно знать, что не важно знать. Потому что очень много статусов, которые у нас там могут показываться не должны. Они такие больше будут засорять внимание, нежели помогать полезной информацией. И в основном сосредоточен на этом. Ну, я в основном привожу в порядок то, что у нас уже есть. Ну, стараюсь не добавлять новых систем, а приводить в чувство существующие. Например, у нас вот есть книги, и вроде как даже подключена логика того, чтобы знания из книг во время чтения попадали в башню, но оказалось, что у нас там знаний нет сегодня при проверке. То есть у нас там прописаны алгоритмы сложнейшие, такие, как эти знания должны в книжке попадать, но оказалось, что в базе данных у всех книг стоят нули, там, где нужно указывать, какое количество случайных знаний генерится в этой книжке. Ну, как бы это на самом деле просто обложки у книг есть, они говорят о чем-то великом, но содержание, ну, там одна и та же такая сказочка, такая беллетристика, как бы. Ну, причем, а в одной книжке было сразу 16, не знаю почему. Просто надо найти ту единственную. Да. Вот, так что сегодня вот я поручил Сергею Куфасе этим заняться. То есть я там занимался связыванием этих знаний с животными, чтобы они не открывались отдельно. Занимался тем, что запрещал собирать неисследованные ресурсы, и чтобы возможные квесты, там, где неисследованные ресурсы, добавлялись, собственно, исследования, а не сбор. Ну и тому подобные вещи. То есть всякие вот мелкие такие штуки по, собственно, приведению в рабочее состояние билда. Из относительно крупных, это то, что уже рассказывали, переделок, это поменялся алгоритм сейчас генерации башни, то есть раньше башня генерировалась на краю первого попавшегося леса древнего, сейчас она генерируется внутри, плюс там есть уже специально, мы убрали вокруг башни там какие-то стрёмных животных, которые там могли быть, потому что, ну, мы бы не поселились там, где какие-нибудь жилохвосты прям летают над головой постоянно. То есть сделали более спокойное такое место для старта, с меньшим радиусом обзора, поменялись сами радиусы обзора, там какие-то алгоритмы еще изменились. Плюс постепенно вот подключаю
разные черты характера, которые были уже прописаны, но еще не были подключены в логику. Ну, то есть, вот такая в основном работа. Ничего такого, вот, что прям я какую-то новую систему. Ну, опять же, я не помню. По-моему, на прошлом стриме как раз только подключили, но не сказали об этом, потому что все это отвалилось именно в момент перед самым стримом. Это, собственно, настроение. Сейчас видно там у нашей магички. Физиономия с циферкой — это, собственно, текущее настроение, и когда наводимся, то видим, из чего оно складывается. То есть сейчас уже можно посмотреть, почему, собственно, в таком именно расположении духа персонаж находится. И вот у всех учеников, но у меня сейчас кажется, что все-таки у нас еще не совсем корректно оно работает, у всех нейтрально, хотя вот тут явно должно быть уже какое-то плохое. Не, причем сегодня я видел, что они были и расстроены. Ну вот там то все и дело, это какой-то нестабильный глюк у себя, я когда проверяю, там все нормально, а иногда что-то такое происходит странное. Ну может они наконец-то поняли, что все эти мелочи не настолько значительны, чтобы расстраиваться, наверное, за это. Это самообучающийся АИ дошел до того, что не стоит реагировать на эту фигню. Еще вопрос из чата. Книги будут символическими или их можно будет почитать игроку? Допустим, какой-нибудь лор по миру. Вряд ли там будет прям книга такая. То есть пока у нас только автор и название есть. Может быть, но не обещаю. Будут какие-то короткие а-ля аннотации или краткого содержания, что-то вроде. Но пока я не вижу особого смысла в том, что... Ну, то есть, это, в принципе, неплохой момент для того, для объяснения как лор, да, передавать. Но это огромная куча работы и огромные затраты на перевод. У нас очень много локализаций, они все не дешевые. То есть, это такой хороший удар по бюджету. Поэтому тут не только от нашего желания зависит, но еще от наших возможностей такие вещи. То есть пока не планируем, может быть, потом добавим, если будет очень востребованная фича. Ну, никаких... Ну и да, и потом просто напишем книги. Вот, а как бы там... Игра будет открываться, такая, ну, может быть, вы хотите почитать? Ну, у нас уже есть писатель там на форуме. Очень качественно, собственно, пишет. Вполне себе содержание каких-то книг, воспоминаний. Лучше фанфикшн будет помещаться в книге. Да. Вот, так. Ну, соответственно, да, настроение, иконки усталости, голода, то, что у нас там все появляется, и все это влияет точно так же на настроение. Вот. Так, у меня вопрос. Ну как, был вопрос вот не совсем из зала, стал ли билд стабильнее и хорошо ли теперь в него играть. Ну, в принципе, да, стабильнее стал, правда, с сохранениями у нас какая-то беда была всю неделю, я не знаю, сейчас они работают или нет, там переходили с одного алгоритма сохранения на другой, сейчас они должны работать быстрее, но из-за ускорения, собственно, там что-то повылезало и вообще перестали работать. В общем, вроде бы сейчас все хорошо, ну, и все работает быстро. Ну, одна из, наверное, основных задач — это чтобы все работало стабильно, быстро, чтобы там на прошлых стримах можно было бы там увидеть какие-то то, что как что-то подтормаживало, поэтому все эти вещи отыскиваются, правятся. И не только производительность, но и какие-то логические баги. Вот, конечно, там добавление новых фичей вызывает какие-то новые ошибки, но и они правятся. Вот, на и чтобы и это все важно там не только для выхода там в ЗБТ, но это также важно и для Лёши, чтобы он мог играть в игру, править какой-то баланс и заниматься да, основным своим процессом геймдизайна. Вот так, у нас еще вопросы появились. Есть ли какие-нибудь пасхалки, отсылки к другим играм или событиям? Вот, ну тут, наверное, правильный вопрос будет. Будут ли какие-нибудь пасхалки? Да, скорее будут ли. Да, сейчас у нас есть комары с шершнями. В качестве пасхалок. Ну, нет, мы не будем говорить, какие. Мы можем сказать, будут или нет.
Возможно, что будут. Я вообще любитель. Это хорошее. Паскала. Вот. Да. Ну, я думаю, у нас все любители, поэтому что-то будет. А если вы потом их не найдете, мы просто скажем, что мы их очень хорошо запрятали. Иконка башни пришел. Будет меняться? Не бери, а то он наш эликсир выпьет. Мне кажется, он просто молодой с накладной бородой, поэтому... Я не планировал. Будет ли меняться, да, иконки башни? Ну, да, в общем, иконка башни меняться будет, но там несколькими способами, либо через графические паки, либо через моддинг. Через донат, короче. Только через донат. Вот, ну да, естественно, на механику игры иконка башни никак влиять не будет. Все-таки весь геймплей, он в... У нас есть, да, обновление комнат, кстати, я не знаю, мы показывали в стримах, скорее всего, показывали новые постройки. Краски, не знаю. Вот. Они влияют, да, в первую очередь на геймплей, но они не будут, возможно, не будут влиять на дизайн. Тут я не знаю. Тут это, наверное, обсуждаемый вопрос. Вот. Если все ученики при появлении в башне будут такими слабыми, что может помешать им стать легко заменяемым мясом? Только длительная прокачка в башне? Ну, тут... Ну, опять же, у них разные совершенно характеристики и способности, разные черты характера. И у них какие-то отношения складываются. Соответственно, те, с кем мы пришли, это явно самые ценные ученики, потому что у них изначально будут параметры, ну, вернее, не параметры, а навыки выше, чем у среднестатистических прихожан в нашу башню. Соответственно, мы их будем ценить. Если кто-то из них с кем-то из новоприбывших, допустим, подружился, то избавившись от этого новоприбывшего, мы сильно огорчим нашего любимца. И если он там пойдет в депрессию, то ничем хорошим это может не закончиться для него. Соответственно, мы можем потерять так по цепочке кого-то из более ценных, хотя вроде бы пытались избавиться от какого-то там расходного мяса вроде как. Ну и опять же, они совершенно разные с точки зрения там и способностей, и их черт характера. Кто-то будет где-то полезен, кто-то закроет какую-нибудь там, допустим, дырку, которая была в навыке. То есть те, кто изначально в башне есть, они не закрывают собой все возможные какие-то вещи. Соответственно, нужны специалисты в разных областях, и можно новых каких-то обучать, не обязательно всех делать многостаночниками, потому что время-то ограничено, не только наше, но и учеников. Ну, и да, и как бы они не могут стать легко заменяемым мясом, потому что потом появятся задачи, которые будут требовать опытных учеников, для того, чтобы они стали опытными, их нужно беречь и обучать. И как бы от того, что придет новый ученик, там задачи сложные не выполнятся. И опять же, ну, они же не растут, как грибы там в лесу, то есть они постепенно приходят, и чтобы они чаще приходили, нужно тратить больше энергии на зов, соответственно, потеря ученика – это потеря большого количества ресурсов еще ко всему прочему. Ну, мне кажется, магическая энергия не так будет критичной, как потеря там, ученика, в которого ты очень много вложил по времени. Нет, это да, имеется в виду насчет вот пушечного мяса, что да, кто-то типа пришел, мы его отправили. А с другой стороны, а куда я его отправил? Собрать там какой-нибудь простенький ресурс, ну, он там, скорее всего, и не умрет. Не, ну так вопрос был насчет того, что мы их вообще не бережем, посылаем на верную смерть, нам вообще плевать на них. Вряд ли такое будет. Встретили рядом монстры, так одного ученика так поцарапал его немножко, потом следующего. Так. Да, может и так быть. Но вряд ли это будет выгодно в глобальном смысле. Там еще был вопрос, можно ли будет приручать животных или ставить на них опыты? Приручать будет можно, но не сразу, явно не в раннем доступе. То есть у нас есть специальный навык, как это теперь называется, прикладное умение специально у нас есть, да, животноводство, куда входит, собственно, и приручение, и разведение животных, и уход за ними. И, соответственно, да, можно будет приручать их. И насчет опытов вряд ли.
потому что, ну, то есть мы изучаем животное, в некотором роде ты можешь сказать, что там туда входят и опыты какие-то, но мы не вдаемся в подробности анатомические, как именно мы изучаем животное. Так, что у нас там? Следующее. Да, как Лёша предупреждал, что от этого старика ничего хорошего не будет. Так оно и случилось. Он захватил башню, забрал себе всех учеников. Ну, все решили, что... Ну, и не, все нормально. Вы думаете, что это зависла картинка? Нет, на самом деле, просто маг больше не может ничего увидеть. Да. Он мёртв. И это последнее, что он запомнил, то, что старик... он принял какого-то старика себе в башню. Старик власть захватил башню. Я теперь главный маг. Ну да, я думаю, да, закончим с последними вопросами. Как обстоят дела с экономикой? Как будут обстоять дела с экономикой? Можно ли будет торговать с обычными людьми? Да, ну то есть в основном там и можно будет торговать с обычными людьми. То есть у нас есть вот населенные пункты человеческие, и они в основном сделаны для торговли. То есть там будут какие-то и обычные торговцы, скажем, там какие-то алхимики местные, которые дозволенными в империи травами и зельями торгуют. Будут там и какие-то подпольные торговцы, в том числе и алхимики, и какими-то книжками запрещенные. Но, опять же, их надо будет находить. То есть, это не так, что мы пришли в город, сразу нам открыли все эти подпольные лавки, и мы там, как в супермаркете, там выбираем что-то. То есть, это еще будет сопряжено с опасностью, что учеников могут разоблачить, там поймать, арестовать и тому подобное. Ну, торговля будет, но опять же, это не ранний доступ. В раннем доступе, дай бог, чтобы была какая-то простенькая дипломатия с нечеловеческими поселениями. Потому что это большой такой кусок, отдельно стоящий, и все, что вот такое большое, и оно не сильно связано со всеми остальными системами, мы пока не делаем, потому что нужно сделать вот все, что в совокупности работает, чтобы уже был игровой процесс. Потом постепенно будем вот добавлять такие штуки. Типа торговли. Ну да, какие-то более глобальные вещи. Дипломатит прям такой большой крупный апдейт, над которым придется хорошо поработать, чтобы он был достаточно интересным. Вот. И вопрос, как будет проходить защита башни? Тактического режима нет. Ну, мы понимаем, что у нас есть бои учеников, где маг уже никак не может повлиять. Там будет, но что будет происходить в башне? Там, я так думаю, что это будет аналог тоже битвы учеников, но единственное, что... ну, то есть у нас битва происходит, по сути, по раундам. Единственное, что эти все раунды обсчитываются автоматически. И когда битва происходит вне башни, мы просто получаем отчет, как она прошла, там кто что делал. Может быть, еще... Кстати, делал эти отчеты по битвам или пока нет? Да, делал. Вот. Ну, они просто у нас сейчас нет битв, нет отчетов. Ну, в общем, будут только отчеты приходить, а тут каждый раунд, я думаю, будет не так прям, что мы видим какое-то тактическое поле, двигаем фигурки, там скорее это будет тоже в виде диалога, так же, как все события, которые внутри башни происходят. То есть будет как-то описана ситуация и наш выбор, то есть мы там какую-то применяем атакующую магию, или мы себя защищаем, или там еще что-то. Ну, то есть... ну и может быть какое-то принятие ключевых решений, которые могли бы повернуть ход боя. Да. Вот, но да, что-то, что могло бы... чтобы маг казался не каким-то там еще очередным учеником, который просто вносит свой вклад, а что-то более значительное. Ну, опять же, это же наш персонаж, которого мы контролируем, соответственно, нужно принимать участие в бою, а не просто смотреть, что я сделал. Не, ну, может быть, захочется смотреть со стороны. Выходишь на крыльцо своей башни. Нет, это один из тоже вариантов выбора будет. Посмотреть, как развивается бой с балкона. Такая, за чашечкой чая. Да. Такой, мы несем потери. Такой. За чашечкой мухоморного чая. Хорошо. Но сначала его нужно сделать. Да. Поэтому такой, понимаешь, что у тебя чая нет, идешь, крафтишь чай. Не крафтишь, ты кого-то посылаешь. Так, ты на кухню крафтишь мне чай, вы идите защищайте башню. Ну я же могу... Вот. Это будет решение, да? Да. Почему бы нет?
Вот. На этом, я так понимаю, у нас сегодня все. На следующей неделе у нас стрим на английском. Через неделю у нас будет стрим на русском. И стоит тут, наверное, отметить, что он будет не 14-го, а 13-го. Но мы это объявление еще сделаем, поэтому... Да, на Дискорде и на форуме. Не забывайте про форум. Вот. Да, и, конечно же, сегодня вечером запись появится на YouTube вместе со всеми предыдущими выпусками, если вдруг вам интересно, как вообще изменялась игра в течение всего этого времени. Всем спасибо. Все, всем счастливо. Да.